Ну давай, давай, глянем, что там. Давай, 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 да, давай. Ну давай, да, давай. Не, ну давай, посмотрим. Не, ну давай, да, глянем, давай, да. Чё, сегодня только PlayStation будет? Алло, 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 алло. Смотрим презентацию Соня. А, там же есть мероприятие. Ну давай, да, давай, посмотрим. Да, давай, да. Салатик даем как раз. Шо, 23:00, развлекай меня нахуй, Sony, блядь, ебаная. Ой, в смысле, уважаемый разработчик, ничего. This program contains mature content, my version is suitable for... Let's go. Designer socks too, I got the swag too. It's a high cool, I'm something like you. My drink and drive too, work 9 to 5 when I was in high school. Конечно же, первый персонаж, которого мы увидели, это афроамериканец обязательно. Под рэп, ебать. Есть бог с гранатом. Игра уже полная хуйня, просто пиздец. Игра уже пул хуета, можете не выпускать. С таким, блядь, стилем, дизайном вам максимум ясельную группу развлекать. Но есть одна проблема, у ясельной группы нет 6000 рублей на игру. Одну. Hi everyone. Пошел нахуй. I'm Jim Ryan. President and CEO of Sony Interactive Entertainment. I'm delighted to be here today to introduce what's next for PlayStation 5. We're now into the third year of the life cycle of PS5, and we've been fortunate to have so many fan favorite titles released on the platform. What's even more exciting is that developers are just scratching the surface of what's possible with the gaming experiences that they create. Today, you'll get a glimpse into some of the most breathtaking and imaginative content that will be coming to PS5 and PlayStation VR. And now, PlayStation VR. Wow! Enjoy the show. Так. Enjoying pretty заебись. Our way of life. But freedom doesn't come free. Я знаю, что это за игра. Sweet Liberty. Helldivers 2, да-да-да, Helldivers 2, да? Helldivers 2, chill. Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. You could be next. Helldivers 2? That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Бля, охуенная игра, первая. Первая игра охуенная. The Helldivers. Неужели игру показали? 10 минут смотрим, экшели игру показывают. And represent the best of what Super Earth has to offer. Become part of an elite peacekeeping force and work together to spread prosperity, liberty, в этом мы играем. And democracy. Прикольно, что они перевели фул в шутер. Become a прикольно. Become a legend. Become a Helldiver. Первый Helldiver с видом сверху, кооператив на четверых был. PS5 и ПК. Заебись. Что, 23-й уже? Jesus! Это играем, это играем. Сэр?
It's the hand. Ладно, все, шутить не буду теперь. Я Games. Не, шутки продолжаются. Maybe engage a little. Ебать, хуйня, ладно. Побольше дреснявых ярких цветов насрите. Да-да, накачанная тёлочка, блядь. У которой бицуха больше моей жопы. Да-да-да. Ну ладно, у неё хоть лицо более-менее красивое. А то ведь прикрутят, сука, такую дуру, блядь, могут... придумать вообще, охуеть можно. Так, ну это Destiny 15, короче, понятно, да. Я жестко заржу, если это Dragon Age. Поцелуйтесь. Какая же пизда битрейту, конечно. Блять, это не Dragon Age. Но я бы жестко проорал. Какие-то Immortals. Понял, скип нахуй. Полная хуета. 505 Games. Знаем таких разработчиков. One More Level тоже знаем. Ghost Runner 2. Yes. В это тоже играем. Год. Ладно. Неплохо. На мотоцикле кататься будем. Жестко. Плюс мощно под жесткую долбежку. Сука, Games. Куда бегит? Здорово. Ля какая. It won't make any difference at the end of the day. You know better. Ля какая, ты посмотри, блядь. Так, ну короче, Dark Souls под спидами, ага. Все, очень интересно уже. Ясно, скип. Ну ладно, честно сказать, боевка выглядит
супер красивой, динамичной. Но так как это аниме, увы, скип. Где тут аниме? Вот сейчас будет аниме, смотри. Сейчас будет фулл аниме сцена. Ожидай. Вот аниме, видишь? What's your plan? Get my heart back. Ясно, эксклюзив. Ну и удачи вам выполнять вот такие вот боевые действия с 8 кнопками, блять. Там кнопок 600 надо, мне кажется. А чё, стильно? Мозга гига, блядь. Ясно. Хуета мобилка для консоли. Сами играйте. Лох там было для тебя сообщение. A new world awaits you, full of dangers and mysteries, signs and wonders, things that I in my garden could never have imagined. Есть большая пушка, уже хорошая игра. If we believed in ourselves. If we truly believed in what it means to be sentient. To face the universe without fear or delusion. Imagine vast cities full of life and light. Great towers rising towards the sky. Ага, тебе нормально, комфортно? So much would be possible. If we believed. If we still had faith. Я даже в первый не играл. Ясно, опять плакать. Успела губку покрасить. Только верхнюю почему. Ну, выглядит стильно, конечно.
Мы еще даже не играли, а уже плохо, блядь, это все такое. Консольщики поплачут, нормально. За 6 тысяч рублей. Ясно, Cat Quest 15. Блядь. Таня! А, нет, отбой, отбой, на компах не будет. На нахуй. Мяу его. Кто, блядь, мяукал? Знаем такого издателя. Бубло. Лига Легенд 2. Окей. It's a showtime. Ясно, фул хуйня. Сами играйте в это. Ну и ебота, блядь. Найс, попытка сплатунчик скопировать. Ебать хуета. Пиздец, дерьмо. Мы вроде игры от Sony смотрим, а не Nintendo презентацию. Кого? Ты максимум на шлюху годишься. Ты что ты рассказываешь, блядь? Пиздец, эксклюзив, удачи поиграть вам. 9К гейминг, блядь, вот он здесь. Welcome to the land of Mojo. Here we find John, Индюшатина подъехала. And his friends, Violet, Thrash, and Pip. Our heroes protect the land from the villainous sorcerer, Hungry. Прикольно, типа в книжке играешь. Прикольно. Ага. Beyond. Угу. Нихуя себе. There, Jot finds a whole new world to explore. With dangers, surprises, and attractively furnished accommodation. Our heroes must battle Humgrump across the two realms if they are to save their beloved land from his diabolical designs. Прикольно. Ну, если на компе будет, я бы сыграл в это. Выглядит ультра оригинально. Увы. Хуй сосать. Как говорится. Лох. Блять. Лох. Сука. Ну, блять, да, что? Ну, не поиграю. Майнкрафт, yes. Ага. Роблокс, yes. А нахуя? Ну
Обалдеть. Потрясающе. Все, черный экран. Not actual gameplay. Игра не выйдет, значит. Пиздили. По-моему, тебе пизда полная. Ебать мой хуй. Ага. Какая-то змея была анормас биги. Вообще прям. Здорово. А я тебя знаю. Ты конченый. Tactical Espionage Action. Coming to PS5. Удачи, 10к гейминг. Не за горами. Для вас специально. Так, и чё? А, вот вам ещё 20к гейминг. Держите. Ладно. Похуй. The blind marches on. These people live with a knife to their throat. You have to believe us. We'd help you if we could. But you're helping us already. We never asked to be saved. Did you think we'd thank you? They'll never forgive us. We're all marked now. Every time you show your faces, it is we who suffer. That's all sharp. You better hope so. Crystals take more than they give. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Ясно, аниме скип. To hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. Are you with me? You will pay for what you've done.
aren't you dead? You are the bottom branded! Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? I was forced to kill. You do it by choice. They don't believe in me. They believe in the power of the dominant. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? Ever led astray by your blind resolve. And thus is the light of hope severed. We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Come to me, Ifrit! Who are we? What are the dominants? We are but mighty acts of God. Enough of this! I use my talents to my advantage, and you would tell me there is shame in that? We shared a dream! I would be the king of the world! The darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. I don't want to be a monster, Clive. I have to stop him! I have to save them! I made a promise to my friends, and it is they who will give me the strength to end your reign. Your efforts will avail us naught. We fight. We survive. We endure. We don't need a reason. Clive! Какая же хуета. Ёбаный рот. Ладно. Лох. Я понял, да. I'm trapped here. In this nightmare. I write to escape. Every word is a step forward. Into darkness. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. Да, да, конечно. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. So you knew our victim. Remedy. Only the rumors. Ну да, ладно, их второй. He was chasing a writer. Someone knew they were here. Was playing a game with them. Killer left a message. It's for us. The text is about us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. Something, I'm forgetting. Something important. Something's not right! Easy now. First things first. What's your name? Но Epic Games равно компе будет. Ну, в целом можно в это сыграть, да, можно. Интересно. Welcome. А чё, я думал, закрыли уже ассасинов вообще нахуй. Ну и Ubisoft, я думал, тоже уже расформировали, блядь. А чё, в смысле? Откуда игра? A way to get you inside without being seen. You could bribe the guards to look the other way. I shall see what flavor best suits me. Embrace the fear. Quiet it. Find a stillness.
and let go. The stage is yours, Basim. Не понял, где рэп и афроамериканцы? Чё за хуйня? Это же Ubisoft, блядь. Кто мяукает? Похуй. Лохта. Лохта, да-да-да. Ой, это что, Анзем решили возродить или что? А, нет, аниме хуйня какая-то. Долбоёб, у него щит спереди. Размером с твою хату, блядь. Размером с пятиэтажку в этот... Бля, какое же оно все однообразное. Вот это вот аниме дерьмище просто, блять. Ладно. Похуй. Абсолютно поебать. Так, так, так. Е-файтинг. I've also met my share of enemies. Opponents I had to overcome. My journey knows no end. I will continue to do what I have always done. When you said you were seeking strength, despite having no real need to do so. Ну, рэпчик есть. Афро вроде тоже есть, все. Отличная игра, будет успешная обязательно. Нихуя себе. Мы играем в это. Покупай. Ну, короче, файтинги в 23-м году это... Блять, не знаю, очень неинтересно. Оно в 2005 уже неинтересно было, но сейчас это вообще кринж, блять. Ну, естественно, это чисто субъективное мнение мое, конечно. У меня глаза уже закончились.
Ясно, фул хуета. Лохт. Yes. Геншин 4. Очень оригинально. Нисколько не повторяет 15 игр, показанных ранее. Я бы заебашил больше цифр урона, чтобы, блять, не было видно, что на мониторе происходит. Ладно. Так, тихо, тут игра. Может быть, сейчас нормальная. Сарсом. Так. Дракон и Догма 2. You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? You need only believe in your own destiny, Arisa. Of course. That begs the question. If he's a mere mummer, then как не аниме? Our true Arisen Empress Nadinia's life is in your hands, sir. Как не аниме? But only the sovereign's guidance can lead us true. Это что? Это что, нормальное фэнтези? No way! А как же цифры урона и аниме, долбоёбс? Не понял. Ебать зыркает своими лазищами. Мы поняли, что Dragon's Dogma 2, да, мы поняли. Welcome back for another week of career fulfillment and minimal social interaction. We know how challenging it can be to так, find a place Nights Freddy 20. And to find a job. Сейчас скример будет на все ебало. Будьте готовы к этому. Strap yourself in and get motivated to an appropriate degree. Because you ain't seen nothing yet. Я предупреждал. Я предупреждал. Тут для тебя сообщение приготовили. Сейчас покажут. Блять, не показали. Лохт, короче. Ага, четвертый резик в VR. Нормально, в целом. А, Лас Плагас. Лас Плагас, долбоёбус! А, про свермод. Блять. Ну, текшел геймплей, всё. Этой игры тоже не будет. When I met Fred. And ever since then, it's like I see his face everywhere. And lately, I've started to develop some destructive tendencies. Whoosh!
have here? Bro! Well, what's a bit of armless fun? Hello, uglies. Blah, 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 blah. And since I met my new best friend, I guess I get a little overprotective. Okay, very overprotective. I'd love to sit here all day and chew your ear off. I'll be right out, boy. But as you know, time waits for no man. Catch you later, Fred. Ну и хуета. Who's a good boy? Посетай. Woo! Looks like today's gonna be a scorcher. Пиздец, ладно. Вот когда такой кринж делаю, думают, это типа прикольно. Так, ага. Warface. Отличная игра. Warface VR, наконец-то. Никогда не знал, что у Mac 10 есть магазин на 200 пуль. Crossfire, короче. Потрясающе. Лохт, блядь. Impressive. I'll admit, you made a good team on the battlefield. But don't forget, this is my mind. My war. My rules. I need you to focus. The clock is ticking. You have to adapt. Back again? Pathetic! Your heroics mean nothing! You're getting close. You're approaching the center of his subconscious. You think you're a threat to me? I'll never talk! They'll never break me! Потрясающе. Скип. Beat Saber 2, блядь. Обязательно покажем, кто наши игроки. Пошел, ебать, навал стиля. Банджи, ага. Да, ну трек я бы скачал. Бля, залагало скачивание. Марафон. Да, мы поняли, что Bungie делают, мы поняли. Так, Destiny. Самая мертвейшая игра сервис, ага, мы в курсе. I don't even know where to begin. You've missed so much. We've slain gods. Vanquished nightmares. Fought alongside those who we once fought against. I wish you could have been there. Yeah, me too, kiddo.
But hey, I'm here now. Whatever the hell here is. Он же умер. Ладно, похуй. Кого ебёт? Как умер? Ну, погиб. Старфилд какой-нибудь, блядь. Там корс. Нихуя не показали скип, блядь, равно. Чтобы вы не забывали, кто вы. Мы вам напоминаем каждые 5 минут. The best Gran Turismo players in the world will compete for a place in racing history. Nice нарезан голос. Наконец-то Lada Racing Club. True story, да-да. Thank you for joining us today. Всё? Before we get into our final game, I have a так. Few announcements to share. Final PlayStation, game. Innovation is our passion. Any game from your PS5 console using remote play over Wi-Fi. Internally known as Project Q, it has an 8-inch HD screen and all of the buttons and features of the DualSense wireless controller. Спасибо, Steam Deck. We look forward to sharing more information in the что near показали, что рыночек also жив. To reveal our first ever PlayStation earbuds, which will bring next generation audio immersion to PS5 and PC. They simultaneously connect to smartphones via Bluetooth. Вообще он сказал, что new wireless technology will deliver это lossless audio чисто устройство для локального стрима, блядь. We hope today's это из того, что я понял. Tablets. Короче, это не фулл консоль. Это пад с экраном. Интересно. Пад с экраном нужен кому-то за 500 баксов? Так, что там, турок? A fate you will not share. I've been in your shadow for hours, but you sense nothing. And this is what you find. Sir, perhaps a new hunting ground. Ясно. Хуета. Комиксовая скип. You have no idea. Почему у меня ФК стоят? Блять, мобы в пое поактивнее. I'm not gonna make it in time. Miles, the hunters tracked Connors to the Harlem Fish Market. I'm on it. Sounds like Craven's checking off his. We don't have much. Абсолютно незаметно сбил. Ой.
Помогите! Что с этим? Всю игру решили показать или что? Как удобно краны стоят. Строят воду. Ага-ага. А на чем он летит? На божьей силе просто. Пердежная тяга Венома. Какой длинный мост. А сразу так не могли сделать? Save the tracker. Oh, нормально. Let's go, man, before he gets too far. No. He's mine. You sure? He's got big teeth. So do I. He's not normally like that, right? No. He's never like that. Ну и хуета. Бла-бла-бла-бла. Ну да.
Короче, инди-сектор снова всех ебал. Нахуй вертел. Вот эти ваши... Ну ладно, хорошо. Из хорошего... Что там? Alan Wake 2, да? И... Ну, хватит. Все, хватит. Что вы еще хотели? Ну, Ghost Runner это все-таки индюшатина. Это индюшатина. Helldivers тоже инди. Человек, блядь, человек-миловек, блядь. Кому нахуй нужен, блядь? Мне не нужен, равно никому не нужен, правильно? Правильно, мир вроде так устроен. Ну, что ж, игр нет, увы. Идем спать. Кто куда? А я, короче, спать. Не, ну ладно, презентация была, ну, чуть-чуть интересная, но игры, которые показывают, это... Вот как можно на полном серьезе показывать игры, вот цветастые какие-то красивые? Я не понимаю, как можно на полном серьезе показывать цветастое дерьмище, особенно анимешное, презентуя это как, блядь, бля, парни, пиздец, у нас игра, мы вот на плойке будем. Блядь, ну ты чё, просто что? Некоторые вообще бинго нахуй закрыли. Еще прикрутили рэпчик, и в первом же кадре афро, блядь. Ну это браво нахуй, просто. Всем угодили, молодцы. Ваша игра уже миллиард заработала на преордерах, блядь. Мне чё понравилось, да? Лично мне. Там первым делом показали Helldivers'ов, вторых. Есть первый Helldivers, кто любит классные... копчики, обязательно чекните, первый Helldivers, вообще супер классно. Второй Helldivers будет фул как шутерок от третьего лица, судя по показанному геймплею. Но, я так понимаю, суть будет точно такая же, блять. Вы просто там вчетвером ходите, выполняете всякие миссии, хуярите то, блять, орков, то, блять, жуков, то, блять, протосов каких-то. Ладно, хуй с ним. Потом, что там? Ну, CatQuest это рофл, конечно. Alan Wake 2, заебись. Что там еще? Ну, Ghost Runner 2, yes. Yes, Ghost Runner 2 тоже yes. Что там еще, напоминайте? Книжная игруля там какая-то, да, тоже нормально. Dragon's Dogma, я хуй знает, что это за игра. Мне не интересно это абсолютно. Ну, типа, ну, выглядело как нормальная... Ну, блять, на фоне того, что показывали, да? Выглядело как нормальная фэнтези взрослая, а не вот это вот аниме-параша в стиле, блять. Final Fantasy, блять, как... Что? Вот это вот просто овербафнутый какой-то эпик долбоёбский, нахуй. Я вообще, блядь, кого нахуй? Это пиздос, блядь, просто. Metal Gear, по Metal Gear ничего не показали. Вообще. Тут вывод делать не получится никакой. Короче, да, все остальное хуета полная. Да, либо не показали геймплей, либо хуета полная. Собственно, посмотрим, что по итогу на релизе там будет. Чё кого куда. Да, если кратко, было интересно, были некоторые хорошие игры, но в основном фул хуета анимешная. Лохд эксклюзивд, ебать. Не хворайте, не болейте. Завтра продолжаем StarCraft'ик. И, ну и все, блин. Чего? До свидания.